да. Надюша учит у нас таблицу на 6, да? Повторяет. Не учит, уже должна знать ее. Повторяет. Миша у нас, как всегда, сидит, пишет там. Ребята раскидали тут конструктор. Слава, давай, собирайте, малыши играли. А Дима с Лизой занимаются математикой. Дима пишет примеры до 10, пока они там до 10. А, примерчики это разные. Как? Ну-ка, Дим, покажи. Он пишет 2 и 2. Ой. 2, вот один пример. И второй. Ты только до 10, ладно? Они же еще тут до 10. Я написала 1 плюс 3 минус 2. А ты что такой сложный-то ей? Где там? Я вам гружу видео. Сколько загрузился? Грузится очень подолгу. Часа два или три будет грузиться. Так, что вот. Что Ванюшка сделал? Покажи. Что это у тебя такое? Кран? Какой-то кран? Вот сейчас эти везде вот мелкие детальки. А где наш Санечка? Санечка, ты куда уехал? А ты куда уехал? К маме с папой в комнату? Поехали туда. Поехали туда. Не говори, я девочка. Детальки. 7. Давай тише, Надюша занимается. 42. А я 42. 5. 6 на 8. Ваня, Ваня, 40. Ты посмотри, они разлетаются везде, не надо. Мы потом будем собирать тут, где их? Под диваном. 6 на 9. 54. 6 на 2. 1 плюс 3, 4 минус 2. 5. 5. Дима лезет пятерки. Это мама наставила. Дима, покрупнее только пиши, а то она не поймет. Ну, в смысле, выразительный как-то, а то сейчас накалякаешь-то. А ты что такие сложные-то ей делаешь? Ничего, она же это решила. Она же в первом классе. Она же это решила. Ты объяснил? Ну, пускай учишься. Да. Смотри. Например, 2 плюс 3. 2 плюс 3. 5. И там, например, если 2 плюс 2 равно 4 плюс 1. Ну и дальше. И там 5. И минус, например. Ну, и отнять еще ту цифру, да? И 5 минус 1. Вот так. Угу. Дима, ну ты ничего себе разошелся. Да она умеет, я все показала. Все, я уже... Давай сразу же тогда умножение ей что. Ладно, миллион. Ну-ка, покажи, какой он делает. 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, 2. Ну, давай считай. Так, Ванюша разошелся. Ты что, на войне у нас? Ваня, собирай давай.
Я собралась на улицу, хочу посмотреть ребят, там в окно посмотрела, они там что-то интересное такое делают, вышли уже под вечер на улицу, пойдемте посмотрим, что же они делают. Вот так вот у нас уже темно. Опа, не подскользнуться. Ух ты, я иду, иду. Вот у нас уже снег выпал. Что это у вас? Мам, оу! Мама, какое? Мама. Нет, я туда мусор кидаю. Можно взять лейку? Я хочу полить. Возьми. Где? Вот ребята взяли ведро, тут, наверное, плохо видно. Мама, где лейка? Ну, оно вон там, он на это. Ах, плохо видно, плохо видно. Замок такой не делает. Ну-ка, сейчас вот так вот. Что? Ну что я могу сделать? Мама. Ну делай с ребятами. Вот не видно здесь. Ребятки строят. В общем, они набивают снег, во, маленечко. А ведро, вон там Дима. И вот такой вот замок у них. Только не опрокиньте. Вот, утрамбовывают. Все, мои, завыли. Что? Вас покормили уже? Вот ведро. Плохо видно, конечно. А здесь нет воды, Дима. Все, мы же уже водопровод закрыли на улицу. Ну, так он же перемерзнет. А как? Домой надо идти. Домой идти, ну. Луна у нас вот такая. Вот, пойдем посмотрим, что там наш папа делает. Вот видите, уже снежок у нас лежит. Здесь снежок. Оно же без дна. Ну, возьми. Пойдемте посмотрим, что там наш папа делает. По-моему, он ремонтировал планшет. Моя подруга попросила его отремонтировать планшет. Там, по-моему, стекло сломано. Это он должен был сделать. Посмотрим. Да, делает. Привет. Как тебе в гости? О, у тебя все еще 3:30. Ну и что, как дела? Я никуда не тороплюсь. Ты никуда не торопишься?
проклеиваешь? Да? Пытаюсь. Ты смотрел видео, как сделать? Да нет, это. Вот. Смотрел проклей. Все же так вижу. Клей мне надо было, значит. Вот тут у планшета. Я уверен, не засохнут он. Сломался экран, да? Вот так. Вот тут наши медальки лежат, про которые вам говорила. Видите, сколько много. Вот их нужно будет развешать. Это вот Димина кучка, это Мишина. Не, я не перемешиваю. Это грамоты, там еще у нас целая гора. Это вот просто тут за месяц, за полтора отдали. Кубок, кстати, Димин. Первый кубок. Поставим. Ты еще не скоро домой? Это что такое? Это клей. Еще специально для, чтобы клеить вот так? Угу. Интересный. Она принесла? Угу. Ты купил? Угу. Там ребятишки все на улице. Чего? Спина? Угу. Ну ясно. Ладно, пошла я. Вот я иду обратно. Свет у нас тут автоматически включается, на движение реагирует. Оу! Как это тебе снежков не осталось? Вон сколько снега. А, ведро тебе надо. Ну вот нет у нас еще ведра. Сколько мы уже ведёра делали? Уже там 20. Мы будем по кругу так делать, и завтра мы будем уже крышу делать. Ну попроси у ребят. Крышу, наверное, завтра уже будем делать. Дайте ему тоже одно сделать, Миша. А у Димы что тут? Ну, в общем, ребята, у нас тут строят замки. Я пошла домой, там уже Сашунька, слышу, плачет. Вы давайте как замерзнете, домой идите, ладно? Слава, сейчас тебе дадут ведерочко. Вот мы тут с Санечкой. Санек, Маши, привет всем. Не смотрят. На, сосочку соль. Сегодня у нас воскресенье. Так хочется сказать, мы ходили в церковь. Ну, мы в церковь не ходили, церковь к нам ходила. Так правильно сказать. Да. Да, мама расскажет. Ну. Мы относимся к конфессии евангельских христиан-баптистов. Вот. В церковь мы туда в Иркутск не ездим. Собираемся здесь как собрание, делаем на дому. То есть мы также молимся, читаем Библию. Прославляем Бога. Ну и вот сегодня как раз к нам приезжали с церкви. Вот служитель, который нам также... Иди сюда ко мне. Ой, сейчас возьму его. Который нам также рассказывает проповеди, так же, как в основной церкви. Беседуем, молимся, читаем. Ну, в общем, все как в церкви. Вот. Община у нас небольшая, наверное, человек 10. Ребят, опять свет. Я перешла на кухню. Санечка тут сидит за столиком, печеньку ему дала. Иначе, ну, невозможно. Капризничает, да? Вот, в общем, что я говорила, что у нас сегодня было собрание воскресное. К нам приезжал служитель из церкви. У нас община небольшая, 10 человек. Здесь на большой речке ходят. Ну, в основном бабушки пожилые. И есть еще две семьи. Три молодые семьи. Вот. Это 10 человек, это члены церкви. Ну, если считать с детьми, там, конечно, побольше будет. Вот каждое воскресенье уже на протяжении 12 лет в нашем доме проходит собрание. Вот, мы также все молимся и читаем, как в церквях. Вот, прославляем Бога.
разбираем какие-то вопросы, которые нам непонятны. Если приезжает служитель, мы у него можем спросить. В основном так проводит собрание Саша. Читает Библию, нам готовит проповедь, разъясняет, если что-то непонятно. И сам учится, и нас чему-то учит. Ну, в общем, вот такие у нас дела. Так что сегодня мы вот были на собрании. Вот, сейчас ребята с улицы начнут возвращаться. Видео сильно не снимали, никакое большое. Папа какой-то, походу, планшет нашел. Он делает планшет тетя Алене. Ну, надо. Очень маленько уже так подустали все. Так что сейчас поужинаем и будем ложиться спать. Вот так.